Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать об интернет-магазине, который называется «Фармация онлайн». Это греческий интернет-магазин, на котором представлены различные производители и различные категории товаров. Здесь есть и уходовая, и декоративная косметика, есть аптечная серия, средства для похудения, для детей, биологические добавки, средства личной гигиены и многое другое. Я этим сайтом активно пользуюсь, очень мне нравится у них то, как сделанный сайт, все очень удобно и просто. Также мне нравится, что здесь довольно-таки быстрая доставка, приятное обслуживание. Если возникают какие-то вопросы, то можно спокойно связаться с консультантами сайта. Они быстро, оперативно и очень вежливо отвечают на все возникшие вопросы. Вот так вот выглядит главная страница данного сайта. Сверху здесь значки, которые показывают, куда мы хотели бы прийти. Это главная страница, корзина, это аккаунт ваш, это продукты и связь с администрацией сайта. Чтобы сделать покупочки на этом сайте, совсем не обязательно регистрироваться. Можно все покидать в корзину, вписать личные данные и оформить заказ. Но если вы зарегистрируетесь, то это будет гораздо, я думаю, удобнее, потому что у вас будет постоянный доступ к тому, что вы приобрели, к вашей корзине, к вашим покупочкам, к вашим данным. Вы постоянно можете узнать, на каком этапе сборка или отправка ваш товар. Также вы можете покидать все в корзину, оставить на какое-то время и не бояться, что это все пропадет, потом вернуться и дооформить заказик. Итак, если вы решили все-таки на нем, например, зарегистрироваться, то я покажу, как это делается. Итак, вот здесь вы нажимаете на данную табличку «Мой аккаунт». У вас выходит вот таких три заголовочка. Один, значит, это если вы новый клиент, вы оформляетесь здесь. Второе, это если вы хотите продолжать покупки без оформления. И третье, если вы уже зарегистрированный клиент, то вы вводите свой адрес, пароль и продолжаете покупку, оформление заказика. Так, если вы новый клиент, то пишите свои данные, пол, фамилия, имя, адрес, e-mail ваш, все-все расписываете. И дальше принимаете их соглашение и регистрируетесь на данном сайте. После этого вы можете вернуться на главную страничку и начинать ваши покупочки. Здесь на главной странице у вас есть возможность выбрать, поскольку товаров будет на страничке 3, 9, либо 24. Также здесь есть вот такие стрелочки. Здесь вы можете перелистывать странички либо влево, либо вправо. Вот таким образом это происходит. Вот так вот перелистываются странички. Если вы открыли либо 9, либо 24. Ну, вот, к примеру, мы открыли 9 страниц. У нас появилось 9 продуктов. Если мы хотим прочитать про данный продукт, то мы просто нажимаем на картинку, и у нас появляется описание данного вида продукта. Также стоимость и возможность положить в корзинку данный товар. Также мы можем искать товары по производителям. С левой стороны у нас написаны все производители, которые есть на данном сайте. Вы выбираете любого из них, и у вас появляется продукция, которую представили данные фирмы.
Также с левой стороны мы можем посмотреть ассортимент, что здесь имеется. Вот, как вы видите, здесь есть идеи для подарков, косметика, аптечные серии, для нее, для него, для похудения, для детей, пищевые добавки, средства личной гигиены и биосбаланс. Биосбаланс — это вынесено в отдельную графу, вот как раз у нас сейчас она открыта. Вот так это выглядит. Я не буду рассказывать сейчас про данные браслеты. Возможно, в каком-нибудь другом видео я расскажу, что это такое, для чего это нужно. Вот мы вернулись на главную страницу. И, допустим, мы делаем покупочку данного крема для лица. Мы добавляем его в корзину. И вот здесь красненьким высвечивается, что данный продукт в количестве одного экземпляра находится у нас в корзине. Если мы закончили покупки, мы направляемся также в нашу корзину, смотрим, что здесь находится, либо ее редактируем, либо продолжаем оформление. Если мы продолжаем оформление, то мы нажимаем на прямоугольничек с правой стороны, чтобы оформить покупочки. И тогда у нас, когда мы будем зарегистрированы, у нас выйдет адрес, наши данные, куда мы должны, нам должны доставить данный товар. Все будет тогда показано. Кстати, о доставке. Доставка здесь следующая. Если мы заказываем товара на сумму, вернее, по объему, по весу до 500 грамм, то стоимость будет 9 евро. Если мы заказываем до килограмма, стоимость доставки будет 14 евро. И если вес нашей корзины будет больше килограмма, то уже сумма будет доставки 25 евро. Хочу сказать, что весь товар здесь хорошего качества. Все, что я пробовала, все мне приходило качественное. Никаких просроченных товаров не было. В каком-то плохом, ненадлежащем виде также не было никаких товаров. Цены здесь гораздо дешевле, чем у нас. И даже с доставкой все равно получается гораздо дешевле. В следующем видео я покажу, что я приобрела с данного сайта. Что-то у меня, конечно, уже закончилось, но что-то у меня есть. Я покажу, что есть на данный момент, расскажу, понравилось или нет. И проведу небольшой обзорчик по данным продуктам с этого сайта. Ну, на этом я свой видеообзор заканчиваю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!